И сегодня же в развитии этих телефонных разговоров президент Беларуси провел совещание с руководством нефтехимического комплекса. Главная тема – поставки и переработка нефти. Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов двух стран и заключить контракты на поставку нефти, чтобы обеспечить бесперебойную работу наших нефтеперерабатывающих заводов. Также параллельно дано четкое поручение обеспечить Поставку уже в ближайшие дни э, с альтернативных источников нефти ну, прежде всего это речь идет о железнодорожным транспортом с портов Балтики, а также задействовать э, по, для поставки альтернативной нефти, э, нефтепровод, дружба.